Ему тоже полезно, чтобы поменьше поняли. Там ничего не понятно. Вичка переводчик. Кошмар, я говорю, надо же. То вот так, главное, напишется, вот знаете, как мы пишем, вот так, где П, где Ш, где там это. Вот так идут круги. Я читаю, читаю, вот здесь когда ходила, вот это на обследование все. Так и не могла понять. Я потом приходила, говорю, так что вы здесь это написали, или там вот когда к ортопеду пошла. Самое написали, главное, они-то читают. Они, да, не понимают, не понимают. У меня-то вообще до сих